В 2014 году товарооборот между Китаем и Африкой достиг рекордно высокого уровня. В результате притока китайских ресурсов около 1 миллиона китайцев, работающих на континенте, слышат Евангелие от христиан Африки. Многие местные церкви достигают китайских рабочих, а также проводят богослужения на китайском языке. Небольшое, но растущее число этнических китайских миссионеров из Тайваня и других стран специально приезжают, чтобы служить своим соотечественникам в Африке, победы в условиях религиозной свободы. Когда обращенные китайские христиане возвращаются домой из Африки, они приносят с собой новую веру. Несмотря на все свои усилия, Китай проигрывает борьбу против христианства, растущий приток граждан, возвращающиеся из Африки, превращается в еще один фронт в этой войне.